Совет Безопасности ООН поддержал оговоренные на встречах в Вене принципы урегулирования конфликта в Сирии. Принятая накануне резолюция призывает как можно скорее собрать сирийские стороны за столом переговоров. Ориентировочно они запланированы на начало января. Документ также призывает Сирию к перемирию, как только стороны конфликта начнут первые шаги по осуществлению политических преобразований. Резолюция выражает поддержку планам о создании в течение полугода переходного правительства, а также свободным и справедливым выборам, которые должны состояться в течение 18 месяцев в соответствии с новой конституцией. Переговоры – единственный возможный вариант урегулирования кризиса, уверены члены Совбеза. Китай приветствует единогласное одобрение резолюции Советом Безопасности ООН. Этот документ выражает консенсус международного сообщества, демонстрирует важную роль Совбеза, показывает ключевые стремления сирийского народа и дает свежий старт политическому урегулированию конфликта в Сирии. Мы должны придерживаться этой резолюции, чтобы воплотить наше согласие в действие, ожидания в реальность. Важно, что сегодня Совет Безопасности вновь подтвердил необходимость уважения суверенитета Сирийской Арабской Республики. Одобренная резолюция закрепляет за Советом Безопасности контроль над реализацией достигнутых в Вене договоренностей при содействии со стороны Международной группы поддержки Сирии. Наше достижение на сегодня – это то, что впервые с начала войны мы в Совбезе приняли резолюцию, которая предлагает конкретные шаги к завершению конфликта. Дорожная карта очерчивает путь к мирному разрешению проблемы при помощи политического процесса.